Доброе утро, мои дорогие друзья. Сейчас достаточно рано. Я ложусь по бакинскому времени примерно. Вернее, немножко рано по бакинскому времени, но поздно по японскому. Часа в два ложусь. А просыпаюсь тоже непонятно. В общем, я сейчас как-то между этими временами. Получается, что я практически очень мало сплю. В общем, короче, что хочу сказать. Я проснулась, не спится мне. Уже кое-что поделала. Сейчас вот я просто хочу рассказать, как происходит оплата проезда. Ну, в частности, в японском метро. То есть, один из вариантов проезда покупается вот такая карта. Она называется Суйка. И вы на нее грузите сколько хотите, там, предположим, 5000, да, вот я говорю 5000 по бакинским деньгам, я все мерю на бакинские деньги. Какую-то сумму на нее грузите, значит, что вы можете платить с этой карты? Вот насколько я знаю, конечно, не знаю всех подробностей, но насколько я наблюдала. Можно заплатить, воду купить на эту карту, можно заплатить за хранение в ячейке, в метро, в этих локерах. Вот, кстати, о локерах. Я помню, значит, как-то что-то вы положили в этот локер. То есть, если ты что-то там накупил в магазинах, а у тебя маршрут идет дальше, ты можешь все загрузить в локер. Ну, наверное, может быть, везде так. Но, в общем, я рассказываю конкретно про то, что я знаю. Потому что я лично в Баку такого нет. Поэтому для меня это новость. И потом уже в конце дня все это забрать. Причем там такие тоже города этих локеров, что иной раз ты не можешь вообще найти, куда ты положил и все такое. Вот у моего сына, у Вадика, был такой случай, он рассказывал, что они с другом тоже что-то загрузили, и потом не могли найти. И служитель им помог найти по форме ключа. По форме ключа или цвета ключа они искали этот локер. В общем, еле-еле нашли. Вот это локер, вот это Суйка. Значит, как оплачивается метро? Оплачивается так. При входе ты, значит, прикладываешь и проходишь. Вот, прикладываешь и проходишь, и там, предположим, едешь, меняешь поезда и так далее. Когда ты, значит, на выходе уже тоже прикладываешь, она считывает и вычитывает сумму проезда, сумму расстояния, виды транспорта, потому что, это мы так говорим, метро, это подземный город, город передвижения, там и наружные линии электрички, которые идут как бы сверху, наружные, и метро, и все это переплетено, и так далее. И каждый вид, потом, вот насколько я знаю, разные линии, какие-то линии только стоят, другие линии дешевле, другие линии, да, дороже. Все это считывается в конце и снимается с Суйки. Вот такая Суйка замечательная. Кстати, эту Суйку я купила в первый приезд. Первый приезд, и она у меня как бы, я ее храню, что на ней остаются деньги, они сохраняются. Приезжаю, докладываю, и вот сейчас я тоже приехала, положили мы туда, опять по бакинскому, 5000, да, получается сколько, 50 тысяч йен, нет, не 50 тысяч, в общем, короче говоря, вот столько. И вот я, значит, ею пользуюсь, положила ее в отделение, где iPhone, чтобы легко было доставать, вот, и очень удобно. Да, о размерах метро, о размерах вообще, о грандиозных масштабах вот этого подземного город под городом, вот эти линии передвижения. Там многоярусные, не знаю, сколько там этажей, тут, я не знаю, тут вниз, я не знаю. То есть на каких-то крупных станциях, вот в частности Шибуя, вот, не знаю, я не могу сказать сколько, но 30-40 выходов. Это вообще представить даже сложно. Опять еще не выйдя из дома, я уже тут наговариваю целую кучу, но просто я не могу не наговорить. Вчера мы были в кино, значит, IMAX. Честно говоря, я вообще вот как бы отсталая, я даже вообще не знала, что такое IMAX, даже не слышала. Может быть, и слышала, но не знала, что это. В общем, короче, IMAX. Но я не буду объяснять, потому что я смогу как бы объяснить, что это такое. В общем, это супер-супер объемное кино, эффект объема. То есть не просто объема. Все, что максимум я смотрела, это 3D. Причем в Баку, где, извините, не 3D, а непонятно что, где вообще темно в зале, ничего не видно, ничего не понятно, и меня это напрягает. Здесь эффект
вот лично, что я ощутила. То есть там, ну, сам фильм был интересный, этот юрский период. А реклама была, значит, фильмы такие, фрагменты очень интересные, очень интересные. Ну, например, человек стоит на краю здания, над пропастью, там, или снега, они покоряют вершины. То есть полное, полнейшее ощущение твоего присутствия там. Кто-то стоит на крыше здания, на барьере над пропастью, и ты с ним стоишь. Кто-то лезет на эту вершину, или снег сходит снежной лавиной, покрывает тебя. Она покрывает и тебя. В общем, полнейшее ощущение. Ну, это, конечно, просто как бы ощущение от вот этого технологии и так далее. Что меня покорило, что меня просто ввело в полнейший шок. Это, скажите честно, кто когда-нибудь в своей жизни, лично я никогда, когда заканчивается просмотр фильма, идут титры. Причем много-много-много. Не такие титры, как которые в начале, когда пишутся фамилии актеров, режиссер, музыка и все. И пошел фильм. В конце, когда ужасно много вот этих титров, это все лента титров ползет. Причем всегда, как правило, бывает изумительная музыка в конце. Но мы никогда ее не слушаем, потому что мы это уже не смотрим. Если мы в зале, все встают и уходят, как только закончилось кино. Все встали и пошли, хотя титры идут. Кто участвовал в массовых сценах, это, там целая куча этих фамилий, осветители, помощники осветителей, костюмеры, там все. И минут 10 идут эти титры. Так как фильм вот этот юрский период был очень массовый, там большие массовые сцены, видимо, много участников. И вот эти все фамилии, минут 15-20, это все, значит, шло. Что меня поразило? Вот закончился фильм. Пошел на черном фоне вот эти пошли фамилии и музыка. Никакого движения в зале. Зал был огромный, огромный. Экран был огромный. Судя по этому, и зал был огромный. Никакого движения. Ни один человек не встал. Пока вот это все не прошли, все титры, минут 20, не меньше. Потом, когда все закончилось, значит, еще какое-то время был просто темный экран, и зал был просто в темноте. Вот это, я не знаю, наверное, там за 1000 человек, мне так кажется. Ну, не знаю, но очень много, 300-400 человек, как минимум. Была такая тишина, что если бы упал листочек бумаги или волос, было бы слышно. Ни один телефон не звонил, ни один ребенок не пискнул, или там, не знаю, никто не зашел. На мне был шарфик, и как-то мне стало жарко, я решила его снять и положить в кулек. И когда я дотронулась до кулька, и он издал такой вот хрустящий, начал издавать звук, я в ужасе остановилась, я замерла с этим шарфиком. Вот в такой тишине зал находился, как будто в зале ты одна сидишь, одна. Когда зажегся свет, все спокойно встали, совершенно спокойно, как-то очень быстро вышли. Мы оказались уже на улице. Вот это меня просто, просто, я просто, вот как мое ощущение в шоке от этих людей. Они знают, что нельзя разговаривать, нельзя слушать телефоны, нельзя во время сеанса, нельзя. И вот эта вся тысячная толпа, она просто сидела и ждала, когда зажжется свет. Ну, представляете, вот даже если шепотом, даже если шепотом 5 человек скажут что-то друг другу, ой, какой фильм, как здорово, уже будет шелест какой-то в зале. Этого ничего не было. Ничего.